Лучше убегай, Криппер. Ага, разбежался. Слышу. Папа, смотри, что я нашел. Это же Крипер из Майнкрафта. Рома, да не трогай, вдруг ее кто-нибудь ищет. Ну хорошо, не буду. Рома, а давай лучше с тобой поиграем в Царь Горы. А давай. Точно же. Ну как же я не догадался. Чтобы найти Хелпика, нужно сказать волшебное заклинание. Что такое? Раз, два, три, четыре, пять. Крипер, стань большим опять. Что большим? Это же не Крипер, а Хелпик. Ой, что сейчас будет? Рома, ну ты готов играть? Папа, кажется, мы попали. Рома, в чем дело? Что ты задумал? Надо обязательно глянись. Это еще кто такой? Это Крипер-гигант, бежим! Здесь он нас точно не найдет. Я ничего не понимаю, кто это? И кто такой Хелпик вообще? Ну это мой друг как бы. Он потерялся, когда мы играли в прятки. Я хотел, чтобы он вырос. Но я сказал, Крипер, стань большим опять. И вот. Рома, спокойно. Главное, не шевелись. Кажется, ведь он должен взорваться, как в игре. Да, мы, видимо, для него маленькие. Раз, два, три, четыре, пять. Хелпик, стань большим опять. Сейчас придет Хелпик и нам поможет. Это и есть твой Хелпик? Да, да, я знал, что он найдется. Рома, Рома, спасибо тебе. А то я не знал, как выбраться из трубы. Что-то случилось? Да, да, там Крипер, он шипит. Не волнуйтесь. Лучше убегай, Криппер. Ага, разбежался. Рома, я победил. Вы где? Хелпик, скорее, догоняй нас. Бегу, бегу. Раз, два, три. Меня в крошку преврати. Все, Хелпик, я тебя никому не дам. Ты мой лучший друг. Прячь меня, а то я замерз.